Анапские школьники продолжают патриотическую акцию. Ко дню Великой Победы читают стихотворение правнуки советских воинов. Так дети благодарят ветеранов Великой Отечественной войны. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты. Маршируют в строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверки взлетают в небо, рассыпая там и тут. Что такое День Победы? Это песенки за столом, это речи и беседы, это девушки, альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны.